В России стартовала ежегодная акция «Собери ребенка в школу», которая проводится партией «Единая Россия» КЦСОН города Каспийска. Также присоединился к данной акции и в преддверии Дня знаний оказывает детям различную социальную поддержку при сборах в образовательные учреждения. Устоявшаяся добрая традиция нашего центра – проведение в канун учебного года благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Акцией были охвачены дети из семей участников СВО, многодетных, неполных, также несовершеннолетние из семей беженцев из Украины, дети, возвращенные из Сирийской Арабской Республики, дети с ограниченными возможностями. Сотрудники КЦСОН муниципалитета ежегодно проводят обследование семей на условия проживания, состояние здоровья детей, финансовое положение и многое другое. Вскоре после всей процедуры, по мере возможности, центр оказывает необходимые услуги, а именно помощь логопеда, психолога, а также организовывает для них обучение в группе «Росточек КЦСОН». 128 несовершеннолетним оказана помощь в виде канцелярских школьных принадлежностей, портфелей, одежды и обуви. От руководителя центра Зиаудина Бахарчиева и от всего коллектива хочу выразить благодарность всем, кто проявил милосердие, доброту, оказав спонсорскую помощь нашим подопечным. Благодаря данной акции дети получают возможность начать учебный год с уверенностью и радостью, зная, что их ждет всесторонняя поддержка и забота.